Иногда бывают такие моменты, когда большая нагрузка или приходится очень много дел делать, или на тебя сразу одновременно приходит такое моральное истощение. Вот как будто бы перегорел, вот уже ничего не надо, все надоело. Иногда думаешь, что ну вот все хочется прям бросить. Но в эти моменты, это надо идти в спортзал, хорошую аэробную нагрузку, так, чтобы побегать, так, чтобы пропотеть. То есть надо действительно позаниматься. А второе, соберись минимум на 10 дней, уедь в отпуск на море с семьей, отоспись. И ты поймешь, что отпуск необходим, отдыхать надо. Тогда ты возвращаешься свежий и со всеми силами. В последнее время на меня свалилось очень много задач, которые мне нужно было сделать. И их было настолько много, что я просто вот перегорел, устал. Супруга запланировала отпуск. Я вообще хотел отказаться, потому что просто настроения не было, какая-то апатия. Из-за детей, из-за семьи я поехал в этот отпуск и понял, что этот отпуск был просто необходим. Отдохнул, пообщался с детьми, отоспался. И я понял, что этот отпуск был просто необходим, поэтому отдыхать надо обязательно. Там снимаешь стресс, отсыпаешься и возвращаешься с новыми силами. А самое главное, что когда ты куда-то выехал, отвлекся, ты приезжаешь, к тебе приходят новые мысли, новые решения, и помимо того, что это новые силы, отдыхать надо. Иногда человеку говорю, поехали на семинар, это надо выехать в другой город. Он говорит, у меня тут дела, проблемы. Я говорю, вот если выйдешь на семинар, вернешься, у тебя проблемы решатся. А так ты будешь мариноваться в своем собственном соку, и это бег по замкнутому кругу, или как белка в барабане. Обязательно надо выезжать. Надо выезжать на какие-то выездные семинары, выезжать на отдых, на какие-то мероприятия, для того, чтобы оторваться от своей рутины. Ты выехал на семинар, посмотрел, пообщался, даже если это другая тема, ты возвращаешься домой, и у тебя дома сами по себе решаются проблемы. Или ты находишь другие варианты. Обязательно надо выезжать.